Дорогие друзья, дамы и господа, уважаемые любители и поклонники картинга, мы продолжаем онлайн-трансляцию на сайте kartingrf.ru соревнований второго этапа первенства России по картингу в классе супермини. Сейчас нас ожидает ответственный, решающий второй финальный заезд в этом классе. На стартовой решетке Grid Girls встречают участников этого заезда. И я представляю вам спортсменов. Первая линия стартовой решетки. Стартовый номер 15. Никита Бедрин, город Белгород. Сокол Рейсинг. Рядом с ним под номером 34. Владислав Ломко из Санкт-Петербурга. Вторая линия стартовой решетки. Стартовый номер 25. Максим Солдатов, город Москва, Red Racing. Рядом с ним под шестым номером Кирилл Смаль, город Арамиль. Команда Ни Рейсинг. Третья линия стартовой решетки под номером 8. Сергей Сонкин из Москвы, представитель команды Fastline. Рядом с ним под 17 номером Никита Артамонов из Брянска, команда Нива Карт. Четвертая линия стартовой решетки, 12 номер, Арсений Набережнев, город Белгород, Тим Комаров. Рядом с ним под 24 номером Яромир Каюмов. Вот сейчас он крупным планом на ваших мониторах. Яромир Каюмов, 24 номер, город Новосибирск, Брик Тим. Пятая линия стартовой решетки, 20 номер, Андрей Живнов из Москвы, представитель команды «Серебряный дождь». Рядом с ним под номером 74 мы видим Максима Ищенко из Москвы, школа «Лукойл». На шестой линии стартовой решетки под номером 21 Георгий Салахудинов, город Москва, «Ни Рейсинг». Рядом с ним под 14 номером Максим Соболев, город Москва, команда «Серебряный дождь». Следующая линия. На 13-й позиции под 13-м номером Руслан Фомин из Белгорода, Тим Комаров. Рядом с ним под 18-м номером Григорий Алексеенков из Москвы, представитель команды Prima Racing. Восьмая линия. 15-я позиция у номера 77. Это Тихон Харитонов из Санкт-Петербурга, Racing Factory. Тихон Харитонов, номер 77. Рядом с ним под 19-м номером Артем Мамонтов из Санкт-Петербурга, Racing Factory. Артем Мамонтов, номер 19. Девятая линия стартовой решетки, стартовый номер 23. Это Ярослав Шеверталов из Краснодара, представитель команды Brick Team. Рядом с ним под номером 51 Артемий Першин из Санкт-Петербурга, SNC Racing. Десятая линия под номером 9 на ваших мониторах Леонид Попов, город Москва, MN Racing Team. Рядом с ним под 41-м номером Ярослав Краснопольский из Краснодара. Одиннадцатая линия стартовой решетки, стартовый номер 11 Илья Попелыш из Красногорска, детско-юношеская спортивно-техническая школа «Лукойл». Илья Попелыш. Рядом с ним под номером 44 Евгений Харьковский, город Севастополь, Дозари Тим. 12-я линия стартовой решетки, номер 97 Егор Кузьмин, Казань, команда Татарстан. Рядом с ним на 24-й позиции под номером 28 Тимофей Шевченко, город Одинцово, Мэткрок Раша. И на 25-й позиции под номером 26 Александр Рымар, город Москва, Форца Спорт. Саша, приветствуем тебя и желаем удачи. Только удачи. Ну что же, дорогие друзья, последние мгновения перед стартом. Волнительные, тревожные мгновения. Кто-то из этих мальчишек станет лучшим во второй решающей финальной гонке. Наши девушки-красавицы уже готовятся покинуть стартовую решетку. Помашем им ручкой. Товарищи болельщики, поприветствуем спортсменов, поприветствуем нашу блистательную группу поддержки и пожелаем удачи, и только удачи участникам второй решающей финальной гонки в классе супермини. Пусть победит сильнейший!
Итак, дорогие друзья, дамы и господа, уважаемые любители и поклонники картинга, мы продолжаем онлайн-трансляцию на сайте kartingrf.ru. Соревнований второго этапа первенства России по картингу. Сейчас на ваших экранах, на ваших мониторах участники второй решающей заключительной гонки в классе Супер Мини. И мы видим стартовый список. Еще раз напоминаю вам, что с первой линии стартовой решетки стартуют Никита Бедрин из Белгорода, стартовый номер 15, и Владислав Ломко из Санкт-Петербурга, стартовый номер 34. Основную конкуренцию в стартовом вираже им составят Максим Солдатов из Москвы и Кирилл Смаль из Арамиля. Посмотрим, что у нас будет после старта. Но способны включиться в борьбу и Сергей Сонкин, стартовый номер 8, город Москва, и Никита Артамонов из Брянска, стартовый номер 17. Это 6 первых позиций на старте. Далее, вслед за ними, Арсений Набережнев из Белгорода, Яромир Каюмов из Новосибирска, Андрей Живнов из Москвы и Максим Ищенко, еще один московский гонщик, попавший в десятку лучших по результатам первого финального заезда. Вслед за ними Георгий Салахутдинов, Москва, Максим Соболев, Москва, Руслан Фомин, Белгород, Григорий Алексеенков, Москва, Тихон Харитонов, Санкт-Петербург, его земляк Артем Мамонтов. На 17-й позиции Ярослав Шеверталов из Краснодара, Артемий Першин из Санкт-Петербурга, Леонид Попов из Москвы, Ярослав Краснопольский из Краснодара. Всего 25 пилотов вышли на дистанцию, 25 пилотов были заявлены в наших соревнованиях на втором этапе. И вот, пожалуйста, замыкающая пятерка: Илья Попелыш, Евгений Харьковский, Егор Кузьмин, Тимофей Шевченко и Александр Рымар, город Москва, стартовый номер 26. Построение в колонну подвое. Последние мгновения перед стартом. Внимание! Поехали! Дистанция заезда, дорогие друзья, 13 кругов. Вот такое столкновение. Вылет в зеленый газон. И продолжается борьба. Ох, кому-то там не повезло. Параллельным курсом мимо заборчика пролетает по зеленой травушке муравушки. Так, вроде бы никого не осталось на зеленом газоне, но борьба продолжается. На первом круге участники заезда. На первом круге участники заезда. И пара лидеров у нас сразу уходит в отрыв. Пара лидеров старается создать задел на оставшиеся 12 кругов. Сейчас они стараются убежать от своих преследователей, но я думаю, это им не позволит сделать соперники. И пока не слишком сильно у нас растянулся пелетон, можно говорить о том, что борьба только в самом начале. На второй круг мы провожаем лидеров. На втором круге лидер заезда Никита Бедрин, Максим Солдатов. Максим Солдатов всего на 0,06 секунды отстает от лидера заезда. Но 15-й номер Никита Бедрин, представитель белгородской команды «Сокол Рейсинг», возглавляет заезд. Посмотрим, как долго он сможет защищаться от атак соперника. А 9-й номер Леонид Попов на первом круге показал лучшее время. 57,54. 57,54 секунды. Леонид Попов, стартовый номер 9. Город Москва, MN Racing Team. Лидер заезда Никита Бедрин. Никита Бедрин на позиции лидера. Стартовый номер 15. Никита Бедрин. Его преследует 25-й номер Максим Солдатов, представитель московской команды Red Racing. На втором круге. На втором круге лидеры. Нет. Лидеры отправляются уже на третий круг, друзья мои. И какая борьба. Какая борьба в стане преследователей. 34-й номер сейчас теряет сразу две позиции. Ай-яй-яй. Вместо него во главе группы преследователей становится Кирилл Смаль из Арамиля. Кирилл Смаль, представитель команды Near Racing, стартовый номер 6. Какая ошибка, какая оплошность Владислава Ломко из Санкт-Петербурга отбрасывает его назад сразу на две позиции. Сергей Сонкин на 6-й позиции, Живнов на 7-й, Каюмов на 8-й, Шеверталов поднялся на 9-ю позицию, десятку сильнейших замыкает 51-й номер Артемий Першин, город Санкт-Петербург.
Борьба не прекращается. Мы провожаем лидера на четвертый круг. Лидеры на четвертом круге. Всего 29 сотых секунды уступает Солдатов Никите Бедрину. Кирилл Смаль. Чуть больше 1 секунды. Артамонов 1,25 секунды. Ломко 1,34 секунды. Сережа Сонкин вслед за Ломко. Артемий Першин, 51 номер, на третьем круге, лучшее время, 56,77 секунды, 56,77 секунды. И вот, пожалуйста, Никита Артамонов, который преодолел сопротивление Владислава Ломко. Даже замедлившись по сравнению со вторым кругом, Никита Артамонов все-таки опережает своего соперника. Но впереди соперник серьезный. Это Кирилл Смаль, стартовый номер 6. Город Арамиль. Мы провожаем лидеров и участников заезда на пятый круг. 0,1 секунды Максим Солдатов выступает лидеру гонки Никите Бедрину. И вот сейчас самый захватывающий момент, когда пойдет в атаку Максим Солдатов. Лучшее время четвертого круга у Сергея Сонкина. 56,51 секунды. 56,51 секунды. Ну, Влад, давай. Дамы и господа, уважаемые любители и поклонники картинга, сейчас крупным планом на ваших мониторах лидеры заезда Никита Бедрин и Максим Солдатов. Как приклеенный, как привязанный невидимой нитью, вслед за лидером заезда преодолевает один вираж за другим Максим Солдатов, пилот из Москвы. И уже шестой круг. Как быстро, как стремительно тает время. Всего-то навсего 0,09 секунды уступает Бедрину Максим Солдатов, его преследователь. Он закрепляется на позиции атаки. И поэтому в любой момент может произойти решающий прорыв на позицию лидера. Артамонов, друзья мои, Никита Артамонов прорывается на третью позицию. Вот это да! Никита Артамонов. Замечательное время на четвертом круге. 56,61 секунды. На 7 сотых медленнее он промчался на пятом круге. И тем не менее занимает третью позицию, опередив Владислава Ломко. Кирилл Смаль смещается на пятую позицию. Это ошибка. Лидеры тем временем устремляются на седьмой круг. 0,12 секунды Солдатов выступает Никите Бедрину. Владислав Ломко, третья позиция. Смаль, четвертая. Артамонов, пятая. Сергей Сонкин на шестой позиции. Как быстро все меняется. Владислав Ломко, показав лучшее время на шестом круге, все-таки прорывается в стан лидеров. 56,44 секунды. Вот это Владик, красавец. Смотрите, какая динамика. На четвертом круге 56,64. На пятом круге 56,63. На шестом круге 56,44 секунды. Ускорился сразу на 0,2 секунды. Это просто фантастика. Тем временем Максим Солдатов не прекращает процесс преследования лидера Никиты Бедрина. В любой момент мы можем ждать атакующих действий со стороны Солдатова. Пока на промежуточном финише он уступает лидеру 0,13 секунды. Владислав Ломко, отставание в 0,74 секунды. Кирилл Смаль чуть больше 1 секунды. Сергей Сонкин тем временем на седьмом круге показывает лучшее время. 56,41 секунды. 56,41 секунды. Вы смотрите, какой прорыв Сонкина. Опережая Никиту Артамонова, он ускорился на 0,3 секунды и прорвался вперед. Ярослав Шеверталов тем временем преодолевает сопротивление Яромира Каюмова. 56,96 секунды. Это время на седьмом круге. Лидеры уже на восьмом круге заезда. Даже девятом. Уже на девятом круге заезда. Максим Солдатов. 15 сотых отставания от лидера. 56 сотых отстает от лидера
Владислав Ломко, Сергей Сонкин. Почти 1.5 секунды. Владислав Ломко. Лучшее время 8-го круга. 56,38 секунды. 56,38 секунды. Девятый круг. Сергей Сонкин опережает Кирилла Смаля. Даже замедлившись, Сережа все-таки прорывается вперед, воспользовавшись ошибкой соперника. Ну а в группе лидеров у нас начинается настоящее сражение. Сразу три пилота имеют шансы на победу в этой гонке. Вот они, эти трое. И вперед в атаку! Уходит Солдатов, а вслед за ним Ломко. Никита Бедрин смещается на третью позицию. Как было красиво, как было фантастически красиво это все сделано. Владислав Ломко на девятом круге лучшее время. 56,21 секунды. 56,21 секунды. Тем временем пилоты уже на десятом круге. Яромир Каюмов преодолевает сопротивление Григория Алексеенкова, заметно ускорившись. 56,81 секунды, показав на девятом круге, Яромир Каюмов прорывается вперед. Кто бы мог подумать, что так растеряет свое преимущество лидер заезда Никита Бедрин. Да, Никита Бедрин сейчас мчится на второй позиции вслед за Максимом Солдатовым. Сражение не прекращается. И кто будет первым на финише, пока неизвестно. Максим Солдатов, даже замедлившись по сравнению с девятым кругом, все-таки преодолел сопротивление Никиты Бедрина. Посмотрим, что будет дальше. 11-й круг. Максим Солдатов, стартовый номер 25, лидер заезда. Тем временем Кирилл Смаль опережает Никиту Артамонова. 56,36 секунды на 10-м круге. Максим Солдатов, номер 25, город Москва, Red Racing. Но в спину ему дышат соперники, а тут появляются еще и круговые. Боже ты мой! Лидеры заезда, лидеры гонки на предпоследнем 12-м круге. Какое сражение, какое зрелищное сражение. Сейчас мы видели, как 8-й номер Сергей Сонкин обошел 15-го Никиту Бедрина. И это было красиво, это было спокойно и деловито. Итак, друзья мои. Сергей Сонкин, представитель команды Fastline, город Москва, на позиции лидера. Его преследует Никита Бедрин. На третьей позиции Владислав Ломко. На четвертой, под 17-м номером, Никита Артамонов. Итак, Сергей Сонкин, даже замедлившись по сравнению с 10-м кругом, Сергей Сонкин все-таки сумел опередить Никиту Бедрина. И мы провожаем лидеров заезда, лидеров гонки на финишный круг. Да, какие перипетии, какие странные перипетии происходят на наших глазах. Вперед вновь вырывается Никита Бедрин, 15-й номер. Вслед за ним Владислав Ломко и 17-й номер. Никита Артамонов. А где же Сонкин? Я не вижу Сережу Сонкина. Салахутдинов, Георгий Салахутдинов тем временем опережает Илью Попелыша. Даже замедлившись, Георгий оказывается быстрее. И вот 15-й, 34-й, 17-й. И только сейчас вслед за ними Кирилл Смаль, стартовый номер 6. Внимание! Финиш, финиш, финиш! Но это в стиле Формулы-1. Как это было красиво. Вы все видели сами. Никита Бедрин, город Белгород. Представитель команды Sokol Racing. Одерживает фантастически красивую победу. В жаркой борьбе. В жаркой схватке сразу с несколькими соперниками. Никита Бедрин
вырывает победный результат. Согласитесь, это было очень красиво. Вот за это мы с вами и любим автоспорт. Вот за это мы с вами любим картинг. Какая конкуренция, какая жаркая борьба. Победитель Никита Бедрин. Вслед за ним Владислав Ломко с отставанием всего-навсего в 9 сотых секунды. Никита Артамонов на третьей позиции. Кирилл Смаль на четвертой. Максим Солдатов финишировал пятым. Вслед за ними Сергей Сонкин, Андрей Живнов, Артемий Першин, Яромир Каюмов. Десятку лучших замкнул Григорий Алексеенков. Давайте переведем дух, отдохнем и настроимся на красивую борьбу в классе КФ. Второй финальный заезд в классе КФ ожидает нас. И заезд там будет на дистанции в 20 кругов. Это уже по-взрослому.